Здравствуйте! В эти дни воссозданный Федоровский собор Санкт-Петербурга готовится к торжественному событию – освящению Верхнего храма, которое будет совершено Святейшим Патриархом. И сегодня в передаче «Хранители памяти» мы расскажем об этом соборе и иконах, некогда находившихся в его иконостасе, а сейчас хранящихся здесь, в Государственном музее истории религии. Юбилейные храмы посвящались Федоровской иконе Богоматери. Почему именно этот образ пользовался такой популярностью? Дело в том, что, согласно преданию, именно Федоровская икона Богоматери Иннокения Марфа благословила на царство первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. Так вот, в Петербурге, около Николаевского вокзала, начали строить юбилейный храм. Общая идея возведения этого храма принадлежала известной черносотенной монархистской организации «Союз русского народа», который в 1908 году выступил с предложением построить юбилейный храм. Впоследствии эту инициативу высказал Нижегородский городецкий монастырь. Почему? Дело в том, что считается, что именно в Городце умер Александр Невский, самый известный представитель династии Рюриковичей, и храм, который предполагалось построить, он должен был проводить идею о том, что династия Романовых является преемницей династии Рюриковичей. Кроме того, Федоровская икона Богоматери, как считается, долгое время находилась в городецком монастыре. Храм должен был быть посвящен Федоровской иконе Богоматери, но он был неоднопредельным, там вообще было два храма, нижний и верхний. Верхний храм был посвящен Федоровской иконе Богоматери и святому Михаилу Малину. С Федоровской иконой Богоматери мы разобрались. Святой Михаил Малин, небесный патрон первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. Другой предел этого храма был посвящен Николаю Чудотворцу и святой мученице царице Александре. С этим тоже все понятно. Это небесные патроны Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны. Другой предел был посвящен святому Алексею Митрополиту и святому князю Михаилу Тверскому. Это небесные патроны цесаревича Алексея Николаевича, младшего сына Николая II и брата, младшего брата императора великого князя Михаила Александровича. Верхний храм был высоким, и оформить его успели почти полностью к революции. Идейная программа декоративного оформления верхнего храма принадлежала профессору Покровскому, это был очень известный исследователь византийского древнерусского искусства. В состав вот этой комиссии строительного комитета входили очень известные специалисты по древнерусскому искусству, такие как Покровский, уже упомянутый, Георгиевский, Лихачев. Вот, и все они участвовали и в отборе художников, которые будут работать над живописью, и над тем, какие иконы, в какой последовательности, в каком месте должны находиться. По документам известно, что студийную программу верхнего храма разрабатывал профессор Покровский. Там должна была проводиться идея о преемственности власти династии Романовых, династии Рюриковичей. Вот. В чем это выражалось? Как я уже сказала, верхний храм был посвящен представителям последнего поколения Романовых, скажем так. Тогда это было неизвестно, это известно стало, в общем, немножко позже. Нижний храм был посвящен более раннему поколению, в том числе святому князю Александру Невскому и родителям первого царя династии Романовых.
Федору Никитичу Романову, Ксении Ивановне Шестовой. Единственное, что там употреблялись уже не их, не те имена, которые они получили при крещении, а их монашеские имена. Известно, что и Федор Никитич, и Ксения Ивановна были насильно пострижены в монашество, один под именем Филарета, второй под именем Марфа. И вот пределы, посвященные этим святым, находились в Нижнем храме. Кроме того, необходимо было, чтобы храм и его архитектура, и его внутреннее убранство в верхнем храме восходило ко временам воцарения первых храмов, то есть к 17 веку. Это было важно. Вот если мы посмотрим на иконы, которые сохранились, их сохранилось довольно много, хотя, к сожалению, не все, которые находились прежде в иконостасе, то вот мы увидим, что они воспроизводят стиль 17 века, действительно. Вот, это были стилизации под 17 век. Работали в этой области, ну, по тем временам известные иконописцы, иконописцы, происходившие из Слободы-Мостёра Владимирской губернии, ну, которые оттуда уехали где-то в конце 70-х, в начале 80-х годов и обосновались в Москве. Среди мастеров, которые принимали участие в декоративном убранстве храма, были такие художники, как Василий Павлович Гурьянов, который был поставщиком императорского двора, это было очень довольно высокое звание. Здесь был Михаил Иванович Дикарев, который числился до 5-го года поставщиком двора великого князя Сергея Александровича. Также здесь были братья Михаил и Григорий Чириковы. Ну, вот Григорий Чириков впоследствии получил очень большую известность как реставратор, сотрудник гробаря, который участвовал, ну, до конца 30-х годов в деятельности комиссии гробаря по выявлению и реставрации древних памятников. Очень много участвовал в экспедициях и восстановлении древних произведений. Гурьянов как реставратор тоже очень известен. Вот. Но его имя вошло в аналы хотя бы потому, что первый раскрывал Рублевскую Троицу в свое время. Вот. Эти художники писали иконостас для верхнего храма. Сохранились документы, в которых указано, какие художники, какой ряд иконостаса писали. Вот сейчас я стою перед иконами из доисусного ряда. Вот они у меня за спиной. Ну, Иисус в переводе означает «Деисис моления, прошение». В центре иконы Христа Вседержителя и по обе руки от Него святые, которые обращаются к Христу с молением о милосердии к людям при последнего страшного суда. Из документов выяснилось, что Иисусный ряд в главном иконостасе верхнего храма был апостольским, то есть по обе стороны от Христа были изображены 12 апостолов. Это очень характерно для 17 века. Мы говорили о том, что храм, верхний храм, должен был быть оформлен в традициях 17 века. Иконы «Доисусный ряд» писали братья Чириковы. Ну, скорее всего, писали они не сами, они имели в Москве большую мастерскую, по всей видимости, над изготовлением икон работали иконописцы мастерской Чирикова. Хотя, возможно, что братья также принимали участие в этих работах. Над доисусным чином размещался чин пророческий. Эти иконы, как я уже сказала, тоже были написаны в мастерской братьев Чириковых. Далее находился праотеческий ряд. Иконы писались иконописцем Николаем Сергеевичем Емельяновым. Этого иконописца среди мастерских мастеров я не называла. Действительно, он был не мастерец по происхождению. И персонаж такой, в общем, достаточно загадочный. Его биография практически неизвестна. Основную идейную нагрузку в любом храме, в средневековом, в храме нового времени, в современном храме, несет, конечно, местный ряд. Там находится икона храмовая, то есть та икона, которой посвящен храм. Там находятся иконы, которые, ну, по каким-то причинам
были популярны, скажем так, вот в этой местности. Так вот, в местном ряду иконостаса верхнего храма находилась, конечно же, икона Федоровской Богоматери, это храмовая. Здесь же находилась икона святого Михаила Малинина, небесного патрона Михаила Федоровича. Это все было в главном иконостасе. С этим все понятно. Здесь же находилась икона Владимирской Богоматери, которая считалась палладиумом Московского государства, а потом и всей Российской империи. Вот помимо главного иконостаса, в этом храме были еще и два предела. Один, как мы говорили, посвящен Николаю Чудотворцу и царице Александре, небесным патронам последних царя и царицы. Вот. Там были иконы с изображением этих святых. Но, как ни странно, вот эти иконы из боковых пределов, они сохранились. Не просто сохранились, но они еще и, одна из них еще и подписная. На них написано «Дикарев и сын». Это один из участников живописного убранства Федоровского собора. С другой стороны, находился предел, посвященный, как мы уже говорили, святому Алексею Митрополиту и святому Михаилу Тверскому. Эта икона тоже сохранилась, она не подписана, но, судя по документам, она была написана братьями Чириковыми. Вот. Все остальные иконы были раскиданы по разным иконописцам. Вот по документам, в общем, можно восстановить, кто что здесь писал, но эти иконы не сохранились. Зато сохранились фотографии верхнего иконостаса, иконостаса верхнего храма. Вот помимо верхнего храма, который был построен и организован в стиле 17 века, в этом храме был также еще и нижний храм. Нижний храм апеллировал к 13 веку, он тоже был трехпредельным. Главный предел был посвящен святому князю Александру Невскому и святой Марии Магдалине. Но о том, что святой Александр Невский – это самый известный представитель династии Рюриковичей, мы говорили. Кроме того, он был небесным патроном Александра III, отца последнего Романова. Святая Мария Магдалина была небесной покровительницей императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского императора. Боковые пределы были посвящены родителям первого Романова – Филарету и Марфету. Этот храм должен был быть оформлен в традициях XIII века, но можно видеть, что храм сравнительно низкий, там нет вот такого высоченного иконостаса многоярусного, как в верхнем храме. Предполагалось, что, как и было в традициях XIII века, там будет не иконостас, а алтарная преграда, в которой находился бы один ряд икон. Но вот если мы говорили о том, что иконы верхнего ряда, верхней церкви были написаны в стиле 17 века, то есть они не воспроизводят какой-то конкретный памятник, то иконы для иконостаса нижнего храма должны были быть копиями конкретных памятников. Сам иконостас должен был быть каменный и должен был быть выполнен на московской фирме Оловянишникова сыновья. Вот. И там же Чириков, именно он выиграл тендер, как бы мы сейчас сказали, поскольку предложил самую низкую цену за написание вот этих копий с икон. Вот этот иконостас стали изготавливать. Вот. До храма его, к сожалению, не довезли. Началась революция, было уже не до храмов, не до иконостасов. Хотя похоже, что, судя по документам, похоже, что эти работы были либо закончены, либо подходили к концу, поскольку Георгиевский приезжал смотреть, что там у Чирикова получилось. И кроме того, из обещанных денег Чирикова большую часть успели заплатить. Вот куда делись эти иконы, можно только предполагать. Храм освящался несколько этапов, и во время одного из этих освящений принимала участие августейшая фамилия. Ну и вообще, весь строительный комитет находился под покровительством великого князя Михаила Александровича. Вот. И во главе строительного комитета находился его, в общем, приближенный человек, генерал-майор Дашков. Вы еще не раз увидите эти иконы в передаче «Хранители памяти». Ведь именно рядом с ними обычно проходят наши встречи с сотрудниками Музея истории и религии. Ну а время сегодняшнего выпуска подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.